Сегодня открывается новое отделение патологии для новорожденных и недоношенных детей муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Видновский родильный дом». Очень здорово, что это очередной наш социальный объект, который мы открываем в преддверии Нового года, потому что до этого мы открывали детское отделение в амбулатории поселения Володарское, открывали крытую арену ледового спортивного комплекса, и вот сегодня открыли отделение патологии для новорожденных и недоношенных детей. Надо сказать, что немалые средства были потрачены для того, чтобы реализовать этот проект создания этого отделения. Почти 80 миллионов рублей, но они были найдены, были, соответственно, учтены. И вот теперь мы получили современный, интересный, высокотехнологичный комплекс, который позволит нашим специалистам, нашим врачам, нашим медицинским сестрам помогать нашим роженицам. Способствует тому, чтобы дети были здоровы, были счастливы, а значит, от этого будем счастливы и все мы. На самом деле мы функционируем как окружной родильный дом 10-го Мясницкого округа Московской области, в который включаются Ленинский, Домодедовский, Каширский, Ступинский и Серебряно-Прудский районы. Ну а также еще любят у нас рожать подольские девочки, мамочки, Климовские, юг Москвы. Здесь работало порядка 120 человек, значит, сделали мы это примерно где-то за полгода. Но мы надеемся в дальнейшем работать в городе Видном, поэтому хотелось бы свою марку держать. Много было приложено усилий, вот. В итоге все-таки до конца года мы все это сделали.